Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Главный недостаток этих людей – чрезмерный эгоизм, самоуверенность, переходящая иногда в манию величия. Это экстраординарные личности, которым свойственен аналитический склад ума и в то же время творческий подход к делам. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Необычная, богатая индивидуальность этих людей вызывает удивление и зависть, и вместе с тем является причиной обвинений в высокомерии, зазнайстве и стремлении достичь собственной цели, невзирая на мнение и чувства других людей. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.